Здравствуйте, я Ольга Абросимова, я живу в городе Темпа, штат Флорида, и я расскажу вам о необычном бизнес-проекте, который называется «Клуб Лото MLM». И, возможно, даже вы сегодня не сможете заснуть, потому что узнаете, как всего-навсего, покупая билет государственной лотереи, можно стать владельцем сети по реализации лотерейных билетов. А это постоянная и высокая прибыль. И все это, не выходя из дома и не неся никаких дополнительных затрат. Поэтому пристегните ремни, мы начинаем. Итак, почему лотерея? Почему это выгодно? Это постоянный огромный денежный поток, который никогда не иссякнет. И дальше я расскажу вам, как можно в нем поучаствовать. Сегодня речь пойдет о лотерее, Государственной лотереи Израиля, которую организовала компания Мефаля Пайс в 1951 году. Модель этой лотереи взяли с уже существующей в то время программы в Швейцарии. Мефаля Пайс имеет монополию на все виды азартных игр на территории страны и проводит примерно 120 розыгрышей в год. Необходимо заметить, что деятельность компании контролируется финансовыми государственными органами. Результаты выигрышей за последние 15 лет находятся на сайте компании. А сами розыгрыши проводятся в прямом эфире израильского телевидения. На этом слайде вы видите здание компании Мефаля Пайс. Оно принадлежит полностью ей и расположено в центре Иерусалима. На этом слайде вы видите киоски, в которых израильтяне приобретают абонементы данной лотереи. 60% взрослого населения Израиля покупают их 2 раза в неделю, а с недавнего времени такая возможность была предоставлена всем желающим по всему миру. Дальше возникает вопрос, как можно заработать на государственной структуре? Так вот, 7 лет назад было найдено блестящее решение. Был создан клуб Лото, который заключил договор с той самой государственной лотереей. Клуб объединил 2 мощнейших фактора. Это лотерею и сетевой маркетинг. И сегодня он является официальным распространителем израильской национальной лотереи по принципу MLM. Хочу сказать, что клуб имеет физический адрес, телефон, по которому вы можете позвонить. И эти данные вы можете посмотреть на сайте клуба. Становясь членами клуба, мы можем продавать лотерейные билеты как владельцы киосков в Израиле, но только через интернет. Киоски работают по принципу франчайзинга, то есть они покупают место и несут все расходы по его содержанию. Мы же имеем такой киоск онлайн бесплатно, потому что вступление в клуб для нас ничего не стоит, кроме граждан Израиля. Они платят символическую плату в размере 30 евро. Также мы получаем право создавать сеть таких же киосков и зарабатывать процент от каждого из них до 10 уровня, причем независимо от того, кто их привел, вы лично или они же пришли к вам переливом сверху или снизу. Давайте посмотрим, как это работает. На первом уровне мы можем иметь только 4 человека. Опять же, неважно, кем они будут приведены. Это 4 ваших основных направлений в бизнесе. Следующий человек приходит уже непосредственно под них. Опять же, кто его приведет? Вы сами, люди, которые уже у вас есть, или кто-то сверху. Здесь представлено максимально возможное количество людей на каждом уровне. Это обычная матрица 4 на 10, но заполнять вы ее можете так, как здесь представлено, сверху вниз, слева направо или по вашему усмотрению. А вот теперь очень интересно. Давайте посмотрим, как выплачиваются проценты в зависимости от уровня. На первом уровне 4 человека, 1% немного. А дальше проценты растут вглубь. Чем больше людей на каждом поколении, тем больше проценты. Смотрите, на втором уровне это 7, дальше еще 7. На четвертом, где у вас может быть расположен 256 человек, это 9 и так далее, до 10 уровня. К 10 уровню проценты снижаются, но здесь находится такое количество людей, что вас могут не беспокоить 2%. Древо выигрышей. Это еще один вид заработка.
но от выигрышей лично вами приведенных людей. Здесь есть одно условие. Если выигрыш составляет 10 тысяч евро или больше. И здесь вы получаете 3% от их выигрышей на первом вашем уровне, 2% на втором и 3% на третьем. Надо отметить, что по матрице в вашем первом уровне может быть расположено только 4 человека. Но по дереву выигрышей все лично вами приглашенные люди, независимо где они, на каком уровне они расположены, они всегда у вас будут на первом уровне. И вот давайте представим, что если к вам пришли 10 человек и взяли по одному билету, самому дешевому, стандартному, да, тогда вы сами участвуете уже в 11 розыгрышах. А если эти люди возьмут максимально по 6 билетов, то это будет уже 60. А когда в вашей команде будет еще больше людей, то представляете, насколько увеличивается вероятность большого выигрыша. Дивиденд – это еще один вид заработка, постоянный доход из месяца в месяц, и он не зависит от вашей работы, это пассивный заработок. Клуб дает нам возможность быть его акционерами и распределяет 16% от доходов между владельцами акций. Акции мы не покупаем, мы их зарабатываем, мы получаем за каждых лично приведенных 10 человек одну акцию. 10 человек – одна акция, следующие 10 человек – еще одна акция и так далее. Поэтому вы видите, насколько выгодно и важно лично приводить в этот бизнес людей. Виды абонементов. 3 абонемента – стандартный, золотой и платиновый, 22 евро, 52 евро и 98 евро. И важность или преимущество платинового абонемента – присоединяясь сразу на платину, вы получаете эту акцию бесплатно, то есть не приводя еще ни одного человека. Сразу начинаете получать пассивный доход. Давайте подведем итог, как мы зарабатываем в клубе Лото. Это выигрыш. И я хочу сказать, что это реально, потому что с 5 февраля, а сегодня 9 апреля, я выиграла уже 11 раз. Посредством построения сети до глубины 10 уровней. Очень хорошо. Третье, выигрыш в вашей структуре по дереву выигрышей, если выигрыш составляет больше 10 тысяч евро. И дивиденд, доход от 16% заработка компании. А сейчас давайте посмотрим, что мы можем заработать в этом проекте. Мы возьмем среднюю составляющую, потому что люди будут заходить и на платиновые абонементы, и на регулярные, и где-то вот оно выравнивается. Давайте посмотрим по среднему золотому уровню. Вот если взять теоретически полное заполнение по матрице, по всем уровням по золотому абонементу, то к 10 уровню, со всех вместе вы сможете зарабатывать больше 2 миллионов долларов в месяц. Это теория. А давайте возьмем хотя бы маленький процент отсюда, 1%. Он будет составлять 20 тысяч евро. И это вполне реальная сумма. С чего же начать в этом проекте? Ну, первое, это обратиться к тому человеку, который дал вам ссылку на это видео. Второе, выбрать тип абонемента. Дальше его оплатить. Клуб принимает различные виды оплат. Это может быть банковские карты, кредитные карты. Это система PayPal. Это опять-таки еще одно преимущество, потому что PayPal не работает с компаниями с сомнительной репутацией. И это практически все виды платежных систем типа Perfect Money. И дальнейшая ваша задача – это ваш первый уровень, то есть первые 4 человека, но с нашей помощью. То есть мы будем проводником здесь вашего успеха. У нас активная команда, и мы максимально заинтересованы в вашем успехе, потому что в этом бизнесе все зависит от работы команды. Но самое главное, у нас есть безотказная система, которой мы обучим вас и ваших людей для успешной работы. И еще хочу отметить, что немаловажно, что команду возглавляет лидер, который проживает в том же самом городе, где расположен офис клуба, и он лично знаком с его генеральным директором. И помогает нам также решать все вопросы, которые возникают в процессе работы. Ну а теперь
преимущества или что привело меня в этот проект. Первое – это его жизнеспособность. Этот проект будет существовать всегда, потому что его продукт всегда востребован. Далее – это возможность выиграть, и это реально, я ощутила это на себе. Мы сотрудничаем с государственной компанией, которая находится на рынке уже 62 года, и сама компания «Мефаля Пайс» осуществляет контроль за деятельностью клуба. У нас не будет конкурентов, потому что «Мефаля Пайс» – это монополия, она контролирует все виды азартных игр на территории Израиля. В клубе предельно простой маркетинг-план, без трюков и квалификационных ограничений. Оплата до 10 уровня, независимо, сколько человек привели вы сами, и независимо, как развиваются ваши 4 направления. Это может быть развитие пойти одного, или двух, или всего одного понемножку. Вы получите столько, сколько будет куплено абонементов. Эта система проверена временем. Клуб работает уже 7 лет, но на мировой рынок он вышел чуть больше года назад. То есть для всего мира это новинка, и это привлекает людей как все новое. Доступный вход 22 евро, и это же ежемесячная оплата за лотерейный абонемент. И больше нет никаких дополнительных оплат. Причем стоимость абонемента у нас лотерейного такая же, как если его покупать в том же киоске в Израиле, но просто мы покупаем сразу на месяц. Бэк-офис, предоставленный нам, бесплатный. Простой, востребованный продукт, который является собственностью государственной компании. Он не требует складирования и дополнительного изучения. И последнее, это впервые соединение лотереи и сетевого маркетинга. Это две возможности зарабатывать и выигрывать. И сейчас я хочу вам пожелать правильного выбора, успеха, хороших выигрышей. Если у вас возникнут вопросы, то, пожалуйста, обратитесь к тем людям, которые предоставили вам это видео. Всего доброго, до свидания.